Літо – це пора відпусток, гарних світлин на фоні води, гір або навіть архітектури. Як зробити класні фото з відпочинку? Чи потрібен для цього професійний фотоапарат? Чи можна зробити їх на звичайний мобільний телефон? Про це говоритимемо із керівником фотостудії «Люстре» Ігорем Деха, який вже знаходиться в нашій студії. Ігоре, доброго ранку вам. Доброго. Тож, основне питання у всіх мандрівників – чи треба брати з собою оцей великий, важкий такий фотоапарат? Чи можна обмежитися тим телефоном, який завжди з нами? Ну, всегда есть вопрос задач, которые стоят перед таким путешественником. Если есть желание снять что-то действительно откровенно правильно, ну, то есть качественно, хорошо, с точки зрения там, освещения и других технических нюансов, то, конечно, с собой придется взять и камеру, и набор объективов, и штатив, и много других дополнительных каких-то аксессуаров в камере. Но если мы хотим просто отдохнуть и на память себе оставить, запечатлеть какие-то классные моменты, хватит смартфона, я, например, делаю так. На то работе хватает камер. Не берете фотоаппарат? Нет, я не беру фотоаппарат. На отдыхе у меня есть с собой только смартфон, и им тоже нужно уметь пользоваться. Благо, умею. Так, отож, які ж поради для людей, які хочуть провести класні фото із подорожей, але от, знаєте, як я приїхала до Пізи, і там ота Пізанська башта стоїть, і у всіх однакові фото, отакі. Або є якісь такі, ну, типу, ми тримаємо оцю башню. Як провести якісь оригінальні фото, чи не знаю, чи це нормально, в принципі, що у всіх однакові, а потім Фейсбук, цю стрічку листає все, що там однакові оця Піза, оці стоять, оці отакі. Ну, є міста на планеті, або взагалі там, ну, якісь такі знакові, в которых, ну, наверное, даже где-то и логичнее сделать такую же фотографию. Это касается, не знаю, там, пирамид, это касается Пизанской башни, ну, там, еще каких-то моментов. А, в принципе, если хотите сделать оригинальную фотографию, не идите туда, где все. Поищите ракурс. Я всегда рекомендую присесть, можно даже лечь, если уж того требует задача. Не знаю, залезть на дерево, встать на камушек, встать хотя бы на цыпочки, посмотреть под другим ракурсом, обернуться, посмотреть по сторонам и найти вот то самое интересное, что захочется сфотографировать. В случае с Пизанской башней там просто вот один ракурс, тот, который, ну, всем известен. Ну, мне кажется, даже и там можно что-нибудь придумать поинтереснее, если, не знаю, стать друг другу на плечи, может быть, забраться там, как бы изобразить вторую башню. Пирамида. Я прямо сейчас фантазирую. Ну, как-то так. Слухайте, ну, а що потрібно пам'ятати, ось ви мандруєте із телефону, ви сказали, що потрібно пам'ятати, коли фотографуєш на телефон? Чи там якісь є поради у цьому випадку? Чи взагалі, то телефоном так собі, там є автофокус, там все є виставлені вже всі там моменти ці, і ти такий дік і так класнув, і все, в тебе класні такі фотки, і не потрібно там виставляти якось там ракурс якийсь, чи якось красиво там компонувати щось. Ну, знаєте, як ми усі такі ходимо, і так по ходу там щось тичимо, от сподобалося такий будинок, сподобався, і ти такий раз по ходу тикнув, яка вона там фотографія, неважливо. Тож, чи варто, я так довго говорила, чи варто взагалі звертати увагу на композицію кадру, що має бути там у цьому кадрі? Давайте спочатку. Любая фотографія, на мой взгляд, у нас есть фотошкола, мы преподаем уже давно много, лет 8, у нас более 1000 выпускников, и я всегда начинаю там стартовый курс с одних и тех же слов, что любая фотография состоит из трех основополагающих таких там слонов, китов, не знаю, это экспозиция, композиция и свет. И если то, что вы говорите, там нажал на кнопку и все хорошо, то телефон или там смартфон, автоматическая камера за нас автоматически считает экспозицию, то есть яркость картинки, насколько фотография будет светлая, яркая, ну, вот, то композицию и освещенность направления света необходимо учитывать обязательно. Поэтому основная, ну, что ли, фишка или там ценность, прелесть съемки мобильным телефоном в том, чтобы выбрать правильный свет, правильный ракурс и обязательно композиционно верно расположить элементы в плоскости кадра. И тогда мы получаем вот эффект вау от фотографии. З приводу світла, я знаю, що є такі години, золотий час для фотографа. Чи це правда? І які це години, в які краще робити фотографії? Є, більше того, золотий і синій час. І синій ще є? Золотий час – це коли сонце вже близько-близько до горизонту, і все окрашується в такі теплі оранжево-золоті-красні відтінки.
И в это время направленность света очень удобная, то есть такой классический рембрандтовский свет, то есть он падает там под углом 45 меньше градусов. И рисунок, ну, то есть тот объем, который создается на объектах, которые мы фотографируем, очень удобный, очень правильный. Фотографу легко в это время работать с объектом съемки, с моделью, чтобы не было моделью, чтобы не было моделью. А синий час – это когда солнце скрывается за горизонтом, но небо еще светлое. Как раз примерно часто длится минус 40, в зависимости от поры года и широты, на которой мы находимся. Ну, вот, к примеру, такие сейчас... сутінки. Ну, фактически, да. Ну, это такие... Мне кажется, что это темненько фотографироваться, не? Темно будет вот через час. А вот эту годинку можно фотографироваться? И в это время нет направленного света, потому что свет, фактически, солнце скрылось за горизонтом, освещает нам небо, и все небо является большим источником света, свет равномерный, со всех сторон падает на объект, теней нет ярких, и можно в любую сторону поворачиваться, везде будет хорошо, красиво. То есть синий час – это удобное для фотографа, пожалуй, самое удобное для фотографа время. Я не чула про таке. А с приводу того, що фотографується от з ранку, з самого ранку, чи це гарний час для фотографа, чи ні? Там те же самые синий и золотой час, только в обратном порядке. Вначале синий, потом золотой, рассвет, да. И еще большая прелесть утреннего фото в том, что земля еще не прогрета, нет восходящих потоков от земли, и искажений минимальное количество, и утром такие прям звенящие фотографии, мы так называем, то есть такие кристально чистые. Поэтому совсем рано проснуться и пофотографировать – хорошая идея для тех, кто способен рано проснуться и пойти фотографировать, кто не встала. А от деякі, от мої знайомі, вважають, що потрібно от іти фотографуватися, коли найбільше сонця. Це о 12-й, там, о 1-й годині дня. Що скажете з цього приводу? Я так розумію, що це не дуже правильно. Вопрос задачи. То есть это может быть совершенно хорошей, правильной идеей, если у нас есть задача снять вот, ну, в каком-то таком стиле, там, перенасыщенным светом, либо с очень жесткими тенями, с очень жестким рисунком светотеневым. Но, как правило, если мы говорим просто о фотографии, я стою на фоне там, памятника, красивого дерева там, или на улице, то появляются, ну, мы это называем очки, то есть от надбровных дуг падают тени, и такие люди, панды, то есть это не очень красиво. Ну так, действительно, не дуже гарно. Взагалі-то треба фотографуватися краще, фотографуватися там або зранку, або либо вечером. В это время можно поработать немножко с позировками и попросить, например, модель там понежиться на солнышке вот таким вот образом, и тогда свет будет падать полностью на лицо, и будет такая томная история, и по свету будет хорошо. Ну, добре, заговорили про позування. Взагалі, що рекомендуєте? Чи ми зараз ще щось можемо показати? От я, наприклад, модель, я хочу зробити якісь гарні фотографії, але не знаю, у мене таке, ну, я вам скажу прямо, у мене є проблеми з позуванням, у мене одна поза, типу, отак, і все, і отак, як у школі. І оце не знаю, що робити. Може, ви мені дасте такий майстер-клас, міні-майстер-клас, і скажете, от, що або сидячи, або стоячи, як ви хочете. Ну, давайте почнемо сидячи, потім, можливо, так, ну, от я так гарно сиджу, така. Хорошо. Красота человека, особенно девушки, в изгибах, в округлостях. Поэтому чем больше у вас будет изгибов и меньше будет прямых рук, ног, тем интереснее вы будете смотреться на фотографии. Тем дольше взгляд зрителя будет гулять по фотографии, он задержится на этой карточке и там, найдет для себя что-то новое, то есть рассмотрит вас. Вот так не потребно. Ну, то есть вот совсем вот так не очень хорошо. Да, здесь такие пионерские фотографии, они не очень хороши. Поэтому, ну вот смотрите, даже я сейчас сижу вот таким вот образом. Я просто расслаблен, у меня руки согнуты. Ноги я скрестил определенным образом. Хорошо. То есть вы сейчас сидите хорошо, ножки отлично, руки можно там чуть-чуть поправить. Например, вот так. Это уже такая более классическая фотография. Сейчас еще пару слов о ваших красивых ножках. Нехорошо, если вы направляете колени прямо в кадр. Тогда ноги визуально становятся короче, и это не очень хорошо смотрится. Но это нам не потребно. Если вы, ну, девушка, может, точно никак. Но если вы, к примеру, камера вот здесь, расположите ноги относительно камеры под некоторым углом, то они будут казаться еще длиннее, потому что будет изгиб. Голова. Вроде как некоторое время назад говорили о том, что не нужно ровно смотреть в кадр, это слишком там пионерская история, слишком какая-то такая. Как на паспорт фотографируешься. Вот, это получается как на паспорт, и поэтому девушки стали делать вот эту штуку.
А вот так. Ну, это прям совсем-совсем заваливать голову, это нехорошо тоже. То есть во всем нужно знать меру, мне кажется, в жизни, не только фотографии, не только позировки. Поэтому легкий наклон головы, ну и дальше там в зависимости от особенностей конкретно вашего лица, конкретно вашей фигуры, то можно либо носик чуть-чуть вниз, либо чуть вверх, в зависимости еще от того, какое настроение вы хотите передать. Опуская голову вниз и, например, направляя взгляд чуть-чуть в сторону, вы даете более лирическое, спокойное, томное. Такое мрилливое. Да, такое мечтательное настроение. Если вы поднимаете носик вверх, то появляется некий вызов, героизм, такой подъем. Ментальный, я такие бы, трохи як агресія, мені кажется. Ну, агресія – це вже нужно доіграти, нужно вже добавити, возможно, позу зробити. Кстати, очень хорошо. Ну, давайте встанем, мы уже мы посидели с вами, теперь давайте поговорим о каких-то позировках стоячих. Для того, чтобы передать, например, вы сказали агрессию, очень здорово перенести вес на называемой передней ногой. Открытая нога в танцах, там, болеть, вот на эту ногу. А, типа я иду такая. И вот вы уже, да, если вы еще добавите немножко от себя, там, еще носик поднимите вверх и так далее, тогда вы... При этом, смотрите, вот я перенес вес сюда, и у меня все движение пошло. Все туда. Да. А я могу перенести вес на заднюю ногу, и вот я стою расслабленный, спокойный, уверенный, мне комфортно, хорошо. То же самое можете сделать. И вы себя внутренне сейчас в этот момент чувствуете, ну, точно не волнуетесь. Знаєте, в мене постійно є проблема з руками, я не знаю, куди їх діти. Традиційна історія. Які є кармани, то тоді в кармани, типу, не знаю, заховати. Або отак якось зробити. Ну, це якось як вчителька, знаєте, отак. Традиційна історія, у нас всі приходять, всі ж в житті добре обращаються, що ли, зі своїми руками. Ми ж нічого не дискомфортно. Вони нам не заважають, нормально. Ну, так, все в порядку, ну, тільки в кадрі, а куди мені діти руки? Ой, починається це все. Попитатися потрібно вести себе так же, звісно, як вели. Если говорить о каких-то там стандартных позировках, то да, это может быть на самом деле и карман, ну, наверное, не в платье, да, но если бы были там в брюках, чиносах, джинсах и так далее, то хорошо бы опустить руку в карман, но не нужно вот так делать полностью. Ховать, да. То есть обозначьте чуть-чуть просто. Я направила руку в карман. Вторую можно чуть присогнуть, вот смотрите. У нас есть намер заховать руку в карман. Если вы не хотите все-таки прятать руки в карман, и там, допустим, вернемся к той позе, которую вы обозначили, частой ошибкой является то, что люди прячут кисть. А хорошо сделать вот так. Ховать не потребно, вот так. И вот такая поза, она уже открытая, мы видим пальцы, мы видим человека, и в этой позе, хотя она потенциально закрытая, все же модель, ну, некоторым образом для нас открыта. И дальше здесь можно поработать. Если перенести вес на обе ноги, поставить ноги чуть шире, появляется такая поза, которая более монументальная, такая, знаете, депутат. Або вчителька. Может быть. Вот. Но при этом, если в этой же позе, например, ногу, вес перенести на одну ногу, то получается такой какой-то вариант с вызовом. Видите, можно еще рукой немножко так сделать. Ну, это вот сейчас прям на ходу мы что-то попробовали, что-то показали. Слушай, ну, дуже класні поради, я тепер буду знати, куди можемо просісти. Я тепер буду знати, куди мені треба руки дівати. Да, наконец-то. Да, нам треба було раніше вас запустити до студії, щоб я це зрозуміла. Я так розумію, що руки за спину ховати теж не дуже гарно. Да, хорошо, коли ми бачимо зап'ястя, коли ми бачимо всі от сустави. Тобто, якщо у нас відкриті ноги, то хорошо бачити коліна, хорошо бачити зап'ястя і так далі. Тоді у нас створюється відчуття, ну, от якраз красоти людської в цих ізгибах, в цих всіх суставах, в локтях, в зап'ястях. Ми, люди, знаходимо красоту. От, ви знаєте, є ще така проблема, як обрати правильну локацію для кадру. От у нас, ми приїжджаємо до якоїсь країни, там є гарна природа, там є гарна архітектура, а от, ну, не всі якось бачать цей кадр, що воно має, ну, має бути так гарно на фото. Як же ж обрати цю локацію? Які, може, є критерії відбору чи? Чи щось таке? Вопрос такий дуже общий, давайте спробуємо з ним розібратися. Для початку треба определитися, в каком стиле мы снимаем. То есть, если это какой-нибудь минимализм, то локация будет нас подталкивать, поиск локации, выбор, будет нас подталкивать к тому, чтобы мы там уходили от большого количества людей, не знаю, вывесок, кустов, деревьев, искали какую-то ровную стену с одним там красным фонарем. Ну, так, давайте фантазировать прямо сейчас, не знаю, желтым, синим, не суть. Если мы хотим показать там буйство природы, красок и так далее, то действительно нужно идти туда, где этого больше.
Основной момент – это все-таки композиционный. Нужно разобраться с композицией, хотя бы не знаю, там, почитать, углубиться, пускай там в интернете о том, что такое золотое сечение, о том, что какие бывают правила композиционные, там, правила Фибоначчи, правила диагонали, центральное кодирование. Вот я сейчас произношу, и наши зрители… Вы так много слов кажете, что я зрозуміла, а там тільки деякі з них. Ну, наши зрители смогут, не знаю, там сейчас на слух воспринять, сразу там как-то загуглить эти вещи, почитать для себя больше, и таким образом, ну, там, наверное, узнать больше композиционных моментов. Потому что именно эти композиционные моменты помогают нам сделать кадр правильный. То есть куда бы мы ни попали, в любом случае получается хорошо. Получится хорошо, если знать, как снимать. Щоб не фотографували, в принципі, з усього можна зробити гарний кадр. Там, оце у нас диван є, можна його так сфотографувати, що воно буде композиційно правильно і буде виглядати там вау. Ми ж, як Вінні-Пухи, до п'ятниці не торопимося, да? Я розкажу вам історію. Ми як-то давали майстер-клас кілька років назад з моїм колегою в Нікополі. И собрались фотографы местные, там какое-то количество человек, 20-30, и мы начали рассказывать о том, что вот так и так, получаются такие-то фотографии, мы делаем это так. И мы постоянно, в течение, у нас двухдневный был мастер-класс, в течение первого дня мы наталкивались на возражения, на такую некую даже, можно, агрессию от аудитории. Ну, понятно, это у вас в Днепре так, ну, понятно, это так все, ну, то есть какая-то столица мира Днепропетровска. Это как-то повязано, не знаю, локация фотографа и его профессионализм? Ну, какое-то такое мы услышали вот от ребят, такое мнение, то есть, вот, мол, мы здесь, в Никополе, или там в соседних. У нас все по-иншему. Говорят, у нас все по-другому, нас здесь нет, невозможно. Фотоаппараты не такие, не композиция знаю, не такая. Солнце не оттуда, да, восходит. И в конце концов мы настолько уже вот прямо этим вопросом, ну, зажглись, что сказали, я произнес такую, может быть, как мне это показалось, несколько самонадеянную фразу, но в итоге все получилось. Окей, говорю, ребята, выходим сейчас на улицу, вы показываете место, ткните пальцем, любое там, хоть возле какой-нибудь урны, хоть возле там, не знаю, где хотите. И там мы снимаем хорошо, красиво. У нас были уже модели, то есть у нас была еще практическая часть подготовлена. А я говорю, окей, мы этих моделей сейчас снимем просто вот где захотите. И мы после этого еще там часа 3-4 гуляли по их городу и наснимали великолепных карточек, отличные, хорошие фотографии, ребята вдохновились. Это некая образность мышления должна присутствовать. Ну и, конечно, нужно знать матчасть. Нужно понимать, что ты делаешь в любой ситуации. Если человек просто поднимает камеру глазам, не меняя свое положение в пространстве, никаким образом не вращая камеру, ничего с ней не делает, просто давит на кнопку, то будет получаться типичная фотография. Если он хотя бы присядет, хотя бы там как-то наклонится откуда-то из-за кустика, из-за камушка, из-за чего-то, посмотрит на мир, иначе получится гораздо более наполненный сюжет. И вот этот пример, о котором я говорил, вышел, это подтверждение. То есть конфликт был вычерпанный после этого? Да, абсолютно, все было хорошо, на следующий день у нас все как по маслу, мы с удовольствием работали с группой, и у нас все получилось. Тобто ви на практиці показали свій, довели свій професіоналізм, довели те, що все, в принципі, від географії. Не цель була показати якісь личні качества, цель була показати, що от прямо тут, зараз можна зробити добре. Просто достали камеру, зняли, поискав необычний виграшний ракурс, поработав з композицією, зі світом. Ігор, дякую вам за приємну розмову цього ранку. На жаль, наш час вже вичерпано. Я нагадаю, що ми говорили про позування, про те, як зробити гарні фото. Тож мотайте собі на вус ці поради від нашого експерта.